Зона свалки, свалка Автохэвен, с вами канал AlexPlay, всем приятного просмотра. Жмякай лайк и не пропускай стримы. Ладно, погнали, ребят, приятненького просмотра. Я пока не отвлекаюсь, потом отвечаю. Блин, провод мышки немножко... Есть, когда он куда-то, блин, он как будто бы вниз падает, немножко неудобно. Это реально подлаги какие-то. Я не ждал, что мне сыворотка Мора. Я бы играл первый раз, я бы подумал, читер какой-то. Та-дам! Нет-нет-нет, кошечка, иди ко мне. Нет-нет-нет-нет-нет. Разряжен. У него, по-моему, гибкость. Сяшка сейчас расхитует вас. Как просто сравнить. Да боже мой, мышка дурацкая. Все нормально, поправил. Отпугнул. Как их легко шугануть? Так, сзади кто-то еще есть. Поднимать решили, да? Так лучше. Так даже намного лучше откатилось. Ладно, попробуем поднять. Так, секущий. Ай, далеко. Ну ладно, давай на секущий повесим. Там слишком сильно заведен. Возможно, я даже успею. Отлично. Блин, я забываю про сыворотку Мора. Так, короче, максимально напрягаем. Сразу на секущий стараемся нести. Вначале максимально напрягаем. Сильно заведен, да, надо. На секущий вешать. Так, какой взорвется? Если этот взорвался, значит, он самый заведенный. Пам-пам. А если отсюда полечу? Жестко. Микаэла видел. Бидделушки светятся. Лучше ломать палетку. Это реально сейвовая палетка. Это довольно-таки сейвовая палетка. Тут окно. Я знал, что тут окно. Она вырвется. Она успела, блин. Жестко. Ладно, это было жестко, красиво. Просто расхитовываю. Вот что значит Хуан Шоудаун играть. А вы не играете в хантик. Просто хеды раздаю. Слушай, я вообще раз... По-моему, я пока что ни разу не промазал. Кто? Нет, показалось, кто-то подбежал. Так, Эш внизу. Отлично. Довольно-таки далеко. Ты
Это сильно сбивает, реально. Радиус повысили, сильно сбивает. Плохо контролит. Не, ну конечно, я рано или поздно промажу. Я думаю, я скоро уже промажу. Ну, пока что я хоть раз промазал, по-моему, ни разу. Пока у меня... Дурот Камора. Дизморалька. Так, пока ни один ген не заведен. Да я уже промажу реально. Один ген, первый ген забили. У-ху! Ливанчик. Каточка просто на 5 с плюсом. Первый раз! Было близко реально. Первый раз промазал. Не надо его так. Окей, кто-то встал на Ваньке. Ты здесь? У кого-то Ванька был. Банька, встанька у кого-то был. Тут не сильно наследили. Бегите! Убегайте! Я злой и страшный силой волк. Я в поросятах знаю толк. Та-дам. Я знал, что там кто-то тоже был. Кто-то был в углу. И это очень плохо для него. Делаем так, делаем так. И вот так. Слышу кого-то. Это Эш? Блин, я даже выше попал. Слишком жесткий эликсяшка. Как с ними? А то что они токсичат? Это за всех токсиков. Чтобы не токсичили. Возможно, они, конечно, не токсики, я не знаю уже. Ну, на всякий случай. Нет, не пошла. Надо ломать. Оно время много выиграет. Просто забачено. Так. Ну, качка, по-моему, хорошая была. В зачетку пойдет. Он, кстати, может еще спрыгнуть. Просто надо понять, как пользоваться этой штукой. Нас отвернуться. Какие-то коридорчики пускать, да? Блин, а я хочу... Я хотел замементить.
А не отпускать, что ли? Я, кстати, даже бы, наверное, не донес ее. Блин, я сыворотку Мара просто так потратил. Так она вообще замажет, нет? Что так? Прости. Сулечка, прости меня. Блин, слушай, а мимента шикарная. Этим скиночком зачет. Спасибо всем за внимание. Спасибо за лайкосики. Надеюсь, никто не злится. Отпусть капельку. Так, и еще и задание выполнили. Не пропускай стримы на нашем YouTube и Twitch канале. Стримим почти что каждый день, поэтому заглядывай, стримим разные игры и, конечно же, наш любимый Dead by Daylight. Увидимся на стримах. Ссылочка на Twitch в описании.